Друзья, всем привет, это Илья. Отвечаю на вопросы в комментариях к нашим видео. Алексей сейчас находится в Мексике, он возвращается в Москву. Был около 2 недель на границе в Калифорнии, Мексикали, в Тихуана. Собрал достаточно материалов. Вообще он туда ездил со своими друзьями, с клиентами из Кыргызстана. Это девушка и ребенок. Он их провожал, фактически сопровождал и снимал видео, начиная от прилета из Бишкека и заканчивая границей. Дальше она обещала снять материал из США. Там встретит в Нью-Йорке Алекс и поможет нам сформировать очень хорошую подборку видео для нашего нового плейлиста. Что касается Мексики, ребят, сейчас с Мексикой ситуация ужесточилась, к ней нужно подстраиваться. Нельзя слушать тех, кто был там 2-3 месяца назад, все поменялось кардинально. Какие мексиканские визы, какие шенгенские мультивизы, сейчас все это работает, но с большим трудом, нужно знать, куда вы едете и зачем. Ни в коем случае не пользуйтесь услугами криминальных всяких разных структур, которые предлагают фальшивые загранпаспорта Российской Федерации, вклеенные визы. Начались рейды в Турции, в Гавана, в аэропортах России и также в Мексике. Сам лично видел письмо от ФБР, от Генпрокуратуры США по поводу вот этих случаев, что граждане СНГ используют фальшивые паспорта и так далее. Сейчас этих людей очень хорошо и тщательно допрашивают на границах. Даже Валерий рассказывал о том, как он встречал такие семьи, таких людей, которые сейчас ждут депортации. В общем, все очень сложно.